Всем здорово, всем привет. Еще один видеообзорчик электроинструмента, торцовая пила Метаба КГС-216. Выбор у меня встал между КГС-216 и КГС-254. Собственно, разница в чем? Размер пильного диска 216 и 254, плюс 254 немного помощнее, на 1800 ватт, а 216 1200 ватт. Из основных, скажем так, ну, основная разница. Плюс на той, которая побольше, еще помимо лазера есть подсветка. На моей подсветки нету. Ну и, соответственно, глубина пропила больше, чуть больше. Сейчас произведем вскрытие упаковки, соберем ее и протестируем, как она пилит. Взял я еще один диск. Но ничего приличнее Декстера в наличии не было. В принципе, кроме Декстера ничего не было. Так, вообще, в принципе, в магазине я уже ее проверил. Но по поводу настройки и точности ничего сказать не могу. Плюс еще почему я выбрал эту, потому что она по весу меньше, да и покомпактнее. Так, что у нас в комплекте? Пылесборник, инструкция, зажим и удлинители стола. А, и ручки транспортировочные здесь нету. Но 254-я ручка есть. Так, ну вот что она все внешне представляет. Транспортировочный зажим. Промасленная бумажка. Выставим на ноль сразу. Так, здесь упор можно удлинить. А, и на 254-й там удлинители стола, они выполнены получше. Фиксирующий болт. Так, вот я ее подсобрал. Удлинители стола, получается, тут требуется допил, есть здесь зазор, сейчас его продемонстрирую. Вот три листа бумаги. Здесь также. То есть вот эти моменты надо допиливать однозначно, ну, при необходимости. Потом дальше, следующий момент. Вот этот вот упор, да, удлинитель упора, вот в таком вот положении все замечательно.
все ровно. Но если начинаешь затягивать, ее уводит. То есть вот видно по уровню, он сюда отходит. То есть в принципе вот в таком положении как бы абсолютно получается бесполезная вещь. В том плане, что если ее не затягивать, то она уходит туда. Если ты ее затягиваешь, ее тянет сюда. Как бы по уровню это видно. Вот он ходит. Тоже. Хотя здесь есть второй болт. Но это, скорее всего, просто ограничитель. Он не затягивает, да. То есть этот момент тоже требуется допиливать. Ну, опять же, при необходимости. Я ее купил для установки межкомнатных дверей и для каркасного строительства. Мне, в принципе, вот это все постольку поскольку нужно. То есть дверные коробки и достаточно вот этого упора с головой. Касаемо удлинителя стола, в принципе, все то же самое. Это такие бесполезные аксессуары. Что касается зажима, он не быстро зажимной. Обычная резьба на 254-й быстро зажимной. Там есть такая кнопочка, ее можно нажать и двигать как бы вот этот шток вверх-вниз и потом уже дотягивать с помощью резьбы. Здесь же такого не реализовано. Хотя, опять же, этим я тоже никогда не пользовался. Вот старая торцовка. Она отработала достойно свои 7 лет. Но, к сожалению, точности уже у нее абсолютно никакой нет. Как бы я ни пытался ее настраивать, потому что она тут уже ломалась, перетачивалась, переделывалась. И точности здесь уже нету. Плюс протяжка пошла в коррозии. Ну, 7 лет, что вы хотите. И покупалась она в районе 6000. Это у нас ПТЭ 1900-255. 255-й здесь диск пильный. Ну, а конструктив, собственно, такой же. Вот здесь вот эти удлинитель стола, зажим. По мощности 1900. По оборотам 4800. Там 1200 и 5000. Ограничитель глубины. Ну, в принципе, все то же самое. Но этой пилой уже пилить только, не знаю, дрова и что-то такое совершенно неточное. Собирать двери ей, ну, такое себе удовольствие. Хотя я с помощью нее себе в квартире двери поставил. Собственно, что, вот как я с коробки ее достал, ничего не регулировал. Вот лазер, я не знаю, видно, нет на камере. Вот он установлен здесь, вот он. И здесь есть два регулировочных винта. Я ничего не регулировал. Сейчас проверим, вот как есть. Я взял брусок, это, по-моему, 20 на 30. 40 на 20, 40 на 20. Я разметил карандашом вот этим угольником линии. Сейчас попробуем. Вот точно я навел лазер на линию, проведенную карандашом. Протяжку я зафиксировал. Ну а вот еще какой получается момент. Вот в этом положении лазер светит в одном положении, при опускании в другом. То есть, соответственно, нужно ориентироваться вот в нижнем положении. Вот я сейчас по нижнему поставил лазер.
ровно по линии. Ну, скажем так, 90. Сейчас сделаем так, чтобы линия осталась на заготовке. И зажмем. Ага, зажал я неправильно. Вот сюда надо. Так, еще раз. Линия осталась на заготовке, все четко, все ровно. Спил довольно ровный. Тут вопросов никаких. Давайте теперь попробуем 45, наверное, градусов. Ну, пусть будет вот так. Сорок замутил. Исправимся. Так, лазер здесь также светит. Сделаем ровно по линии. Кнопка включения лазера вот. Это снятие фиксации защиты. Это клавиша блокировки для откручивания пильного диска. Ну, как нашли в машинке своего рода. Не, ну что я могу сказать? Четко по линии. Вот. Новый абсолютно угольник. Я его сегодня вместе с пилой купил. Как раз для вот этих всех тестов. Потому что те, которые желтые, там совсем печально. Но нет, 90. 90. То есть 45 она четко запилила. Вопросов нету. Спил хороший. Вот этот диск. 216-30 посадка. Декстер. Это единственное, что было в магазине. Тут количество зубов на порядок выше, чем на вот этом, который идет в комплекте. Здесь 40 зубов, здесь 60. По идее, вот на этом диске спил должен быть качественнее. 216 на 2,4 на 30. 216. Какая толщина? Что-то не вижу. Не написано. Как говорится, не суть важно. Потом. А, ограничитель глубины. Вот эта вещь сюда вытаскивается. И вот этим воротком можно выставить глубину. И контрагайка. Потом не надо. Хоп. Все. Таким образом. А, здесь фиксация. Вот.
шкала, вот эту я не буду проверять, я этим никогда в принципе не пользовался. Не было у меня необходимости в этом. Хоп, все зафиксировано. 45, значит, пилит, 90 пилит. В принципе, мне больше и не надо основные вот эти моменты. Потом, что касаемо параметров. На коробке указано, ну, в принципе, это можно в интернете все найти, да? Ширина пропила при установке на 90 градусов 305, 45, 205. И глубина пропила 90 градусов 65 пропил, 45, 36 миллиметров. То есть мне пилить 150 на 50 для возведения каркаса гаража. Вот так вот с головой. С одной стороны оно будет пилить, не надо будет ничего переворачивать. То есть больше было смысла брать абсолютно никакого. И вот это его должно хватить с головой. А вот эти все калибры, там как бы совсем печальные и отзывы, и внешне даже по качеству. Это хотя бы Метаба. Понятно, что это не Bosch, не Makita, но там вообще ценник астрономический, там в районе 60-80 и до бесконечности. Мне для бытовых, скажем так, нужд, поэтому от этого инструмента мне будет за глаза. Только что я продемонстрировал качество спила 90-45. Ничего не настраивал, вот как вот она с коробки я достал. Хотя в комментариях я прочитал, что практически, наверное, 90% комментариев было написано, что все там что-то настраивали, у всех что-то где-то люфтило, ничего не пилило. Вот. Без всяких приукрашиваний, вот по факту, вот как есть, так и говорю. Потому что, ну, вы видели, я вскрыл коробку и сразу пильнул. Это, конечно, не совсем удобно, но что есть, то есть. Кстати говоря, можно переставить на эту сторону. Доступ к щеткам удобный. Фиксация удобная. Здесь вот, кстати, ключик. Ключик, который я уже... Вот в комплекте такой шестигранник. С одной стороны отвертка PH2. Ну, я так полагаю, вот, вот для этих вот моментов. И шестигранник. Вот здесь вот он живет. Вот. Собственно, что еще здесь показывать? Больше, в принципе, показывать-то нечего. Вот эти моменты, я так полагаю, для фиксации провода. Да, именно для этого. Вот. Это сложное состояние транспортировочное. Пылесборник. Что-то тут даже маленько подналетело. Так, на 245 здесь вторая клавиша. Это подсветка. Подсветка, в принципе, сюда запиливается самостоятельно, элементарно при необходимости. Что касается плавного пуска, да, на зоне я видел что-то в районе там от 300 до 600 рублей, можно сюда тоже самостоятельно запилить. Ну, опять же, при необходимости. Здесь есть шкала наклона, ну, ограничение глубины, только опять же непонятно относительно чего надо равняться. Но это все-таки уже мелочи, ненужные, скажем так, моменты. Все вот это, в принципе, можно регулировать и подгонять при необходимости. Но как
я уже показал. Сходится идеально. Уголок новый. Как бы тут вопросов вообще никаких не возникает. То есть верить тем комментариям, которые я сегодня прочитал на сайте Леруа, ну такое себе. Кстати говоря, касаемо цены, пила вот эта в Леруа 20 стоит. Я промониторил в интернете рынок. Оби 220 вольт, Озон, Петрович, везде она дороже, как минимум на 2000, а на Озоне она дороже аж на 8000. То есть в Леруа она реально максимально дешевая. Дешевле нет, ни на Яндекс.Маркете, ни на Е-каталоге нигде нет. Что я могу сказать про свои впечатления? Слушайте, отличная пила. Ну, по крайней мере, под мои задачи вообще вот так вот с головой. Пилит по сравнению с моей старой торцовкой просто изумительно. При том, что, опять же, в комментариях написано, что этот пильный диск пилит отвратительно. Ну, не знаю. Время покажет. Сейчас что-то сложно. Сейчас мы еще, конечно, на большой доске протестим. Ее это был маленький брусочек. Сейчас там заготовил досочку побольше, пойдем на ней посмотрим, как что будет, а потом уже окончательные выводы. Уже сейчас с протяжкой. Ну, сделаем разметку. Отпилим под 90, торцанем доску. Отличный спил, вообще вопросов нет. Ну тут вопросы есть. А вот так вот нету. Ну, тут сама доска, видимо, еще кривая. Давайте попробуем 45. Попробуем 45. Ну, то есть как поддержка, не более. Так, сейчас посмотрим. Ну да, доска кривовата. Кривоватая доска. Поэтому 90 не показывает. Ну, даже вот здесь вот видно, что доска кривовата. Лазер видно, но скорее всего камера, конечно, не передаст, сейчас солнце светит. Слушайте, ну великолепно. Великолепно. Просто идеальный стык.
Где-то, я повторю, пила за 20 тысяч. С обоих сторон идеально, зазора вообще нету. Это тут у меня еще поверхность не шибко ровная. Подрамники можно, багет собирать с помощью вот этой вот кроссовки. Слушайте, ну вот сейчас вот прям я зафиксировал, пильнув уже более широкую доску. Так, кстати говоря, размер, ширина доски, для понимания. 145 миллиметров. Зафиксировал свои первые впечатления после пропилов 145-й доски. Слушайте, ну прям... Ну, рекомендую, да, я обозначил задачи, которые я собираюсь с помощью нее выполнять. У кого задачи подобные, прям не думайте, берите смело, не верьте этим комментариям. Хотя, всякое может быть, я не исключаю, что мог быть какой-то брак, и кому-то что-то попало. Я когда эту коробку вскрывал, видно, что ее до меня не вскрывали. То есть это железобетонно, вот как она пришла. Туда никто не лазил. Людям, может быть, попались какие-то уже варианты, где что-то уже там крутили-вертели. Насчет Китая, там, мета, баджета, много, да, там пишут, что вот, станки, там, то, все, 5-10. Вот этот якобы промо, да, что это все шляпа. Слушайте, все это протестировано, все это замечательно работает, все это замечательно выполняет те задачи, на который он предназначен. Понятно, сюда, если что, зажать там вот такую вот болванку, ничего хорошего с этого не выйдет. Но для мелочевки, шайбы, там, болты такого плана, вот это сказка. То же самое могу сказать за эту торцовку. Ну, я доволен покупкой. Вещь стоящая. Вещь стоящая, я считаю. Ну, с учетом сегодняшнего состояния цен, ну, такого качества дешевле. Ну, я не знаю, это вот всякий там калибр, потом что там еще было, Декстер. Ну, не знаю, там, по крайней мере, на тех не было лазерного указателя. Ну, в сегодняшний, на сегодняшний день, в 21 веке, я считаю, что лазер это уже прям... Ну, все-таки с ним проще, как ни крути. Потому что я видел пилу в действии за 150 тысяч рублей, и когда я увидел, как она пилит с лазером, ну, это, конечно, сказка. Мне, как бы, сравнивать только вот с тем калибром, за, ну, не калибр, а даже как она там, ПСР, что-то такое, за 6 тысяч рублей, купленную 7 лет назад, ну, это небо и земля, ну, реально. Хотя, когда она была новая, не, ну, она даже когда была новая, она так не пилила, как вот эта метава. Ну, делать выводы вам, свое мнение высказал. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра, всем пока. Покедова. Try to breathe, the moon will rise and carry me.